Вот вода у меня в баке, да? Там лед. Вот потихоньку растаивает. Сейчас я вам покажу лед. Лед, видите, да? Поднялся по лестнице. Вон лесенка. Поднялся на второй этаж. Еще одну панораму вам. Теперь уже со второго этажа. Как вам? Внизу, как понимаете, он работает. Внизу работает это на отработке печка. Видите, чистый выхлоп идет. Ну а вверху хреначит с этой большой трубы. Это уже котел. Котел на угле. Слава богу, работает. Ура! Жизнь. Это вот второй этаж. Здесь я проработал. Вот видите, как промерзает. То есть снизу работает первый этаж. То есть потолок более-менее, ну как, прогревает. Друзья, всем привет! Вы на канале Владимир Шинарев, дневник автодиагноста. Хочу познакомить вас с ситуацией в мастерской и рассказать, какая у нас здесь в Красноярском крае ситуация. То есть, ребят, работаем в холоде, живем в голоде. Это вот цитата дня. Сейчас я вам все это покажу. Вот здесь видите температуру. То есть на улице минус 37,8. Только что было 38. Ну, значит, если посмотреть помещение, но работают две печки. Сейчас у нас температура 10,9. Было 8, когда я пришел. Стены, смотрите, друзья. Включаю пирометр. Сколько? 0,02. То есть стена 0. То есть вот термометр, вот стена. Давайте сделаем обзор мастерской. Это, как говорится, приехал. Слава богу, довезла. Вот уже 2 часа колеса не могут от снега, как говорится, исправиться. То есть не может растаять снег. Дальше пошли. Но этот, слава богу, хулиган стоит себе и стоит. Ладно, пускай стоит. Он есть у меня, самое главное. Он рабочий, идеально все. Не хочется его убивать. Смотрите дальше, ребята. Значит, вот вода у меня в баке, да? Там лед. Вот потихоньку растаивает. Сейчас я вам покажу лед. Лед, видите, да? То есть вода замерзает. А, классно, правда? Мыло. Мыло. Здесь сейчас темно. То есть мыло замерзло. Стена. Давайте здесь померим стену. То есть это вот мы были там. Это стена. Тент. И вот смотрите, стена, друзья. Температура стены. Какая у нас? Смотрим. Так, 0. А там выше, так, минус 2,5. Представьте себе, потолок поднимаемся, да? Вот, ребята, Сибирь, мать. 3,8 потолок. Начнем с котла. То, что меня обогревает. Он практически сейчас, видно, не выключается. То есть работает и работает. Вот здесь теплообмен происходит. Там золы. Это вот я со вчерашнего дня уехал в 11 вечера. Сегодня приехал. Расход, конечно, угля увеличу, потому что, сами понимаете, тут не до жиру. Морозы стоят жуткие. Осталось вот 3 ведра. Надо сейчас ехать. Сейчас сниму, как я еду. Ну вот второй помощник мой. Вот это палочки-выручалочки мои. Вот они, красавицы мои маленькие. Вот они и позволяют мне. Вот сейчас эта печка примерно подымет градусов на градус на 4, на 5 подымет. Представляете? Вот было 8, сейчас будет день 12. Даже больше будет. День градусов будет около 15. Вот помощники мои. Вот так вот выживаем, ребят. Масло запас. В общем, короче говоря, не жизнь, малина. Прям Мальдивы. Только и отдыхаем. Помните, я показывал вам 12 градусов, да? Котел, печь. Ну, давайте, пройдемте. Какой был дымок? 12 градусов. И вот сейчас 38. Да тут больше сейчас.
Смотрите, друзья, выходим. Выходим, мои хорошие. Морозяка стоит, конечно, лютая. Вот. Здание промерзло. И вот теперь смотрим разницу. Будем говорить. Вот смотрите, что творится, друзья. Вон что творится, представляете, да? Это вот такой мороз. Вот хреначит теперь на всю мощность. Вон что делается, друзья. Вот так вот. Так что разница, помните, еле-еле видно было дымок. Сейчас подальше отойду, чтобы панораму было видно. А это вот что творится, ребята. Как вам это? Вот, пожалуйста. Поднялся по лестнице. Вон лесенка. Поднялся на второй этаж. Еще одну панораму вам. Теперь уже со второго этажа. Как вам? Внизу, как понимаете, он работает. Внизу работает это на отработке печка. Видите, чистый выхлоп идет. Ну а вверху хреначит с этой большой трубы. Это уже котел. Котел на угле. Слава богу, работает. Ура! Жизнь! Ну вот, теперь пойдемте на второй, третий этаж. Вот здесь, внимание, все вопросы печать на первый оправ, на первый этаж, находится на первом этаже. Вот здесь 30 лет и проработал, и вот теперь ушел на первый этаж. Это вот второй этаж, здесь я проработал, вот видите, как промерзает, то есть снизу работает первый этаж, то есть потолок более-менее. Ну как прогревает, как говорится, поэтому отсюда и так называемое немного тепла здесь. Теплее, чем на улице, конечно, намного. Но пар идет. Вот печка на отработке. А это высокая труба. Это хреначит котел на угле. Как вам такой праздник, да? Вот так вот. Ну вот, друзья, вы видели сами, как мы здесь в Сибири наслаждаемся жизнью. Ну, что нам? Ну, будем дальше работать. С вами был ваш автодоктор... Фу, блин, замерзли губы. С вами был ваш автодоктор Владимир Шинарев. Здоровья вам, вашим машинам. Ну и всего вам доброго, друзья мои. До свидания.